Жители и гостей города приглашают стать участниками яркого спортивного события. В Магнитогорске состоится традиционный всероссийский турнир под тхэквондо «Братишка». Соревнования посвящены воинам, павшим в горячих точках, и пройдут 25 и 26 ноября. Подробнее о проведении турнира организаторы рассказали на пресс-конференции. Турнир «Братишка» стал своего рода визитной карточкой не только Магнитогорска, но и всей Челябинской области, отмечают организаторы. Он давно завоевал популярность как среди спортсменов, так и среди зрителей. Первый турнир, он был, по большому счету, это открытый город, на который собрал где-то в пределах, сейчас точно не помню, где-то 60 или где-то 80 человек. На турнир почетным гостем сразу приехал с Москвы начальник физподготовки отряда «Витязь», вот как почетный гость. Вот. И вот весть об этом турнире разлетелась. Следующий год был уже областной, и с третьего турнира уже сделали всероссийский. Немного таких турниров, которые носят патриотический характер. Турнир действительно известен за пределами города и даже за пределами России. Есть люди, которые знают, что такое всероссийский турнир в городе Магнитогорске «Братишка». Поэтому еще раз скажу, мы очень гордимся, что имеем непосредственное отношение к турниру. И мы всегда поддержим Федерацию тхэквондо в проведении, в организации этого мероприятия. Соревнования по тхэквондо пройдут 25 и 26 ноября во Дворце спорта «Рамазана». Будет разыграно более 60 комплектов наград в различных возрастных и весовых категориях. Турнир обещает быть зрелищным. Из года в год «Братишка» собирает сотни спортсменов из разных уголков страны. Вот и в этот раз организаторы ожидают принять более 800 бойцов, в том числе титулованных. Для нашего города и для наших спортсменов это очень значимый турнир. Мы готовимся к нему весь год. Ребята пришли со сборов, собраны, дадим бой в родных стенах. Бои начнутся с самого утра, а вот торжественная церемония открытия запланирована на 12:00. Посетить легендарный турнир может любой желающий. Вход на соревнования свободный. Ольга Аникина, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.